Свыше 200 нарушений за два дня. В минувшие выходные сотрудники госавтоинспекции республики в особом режиме патрулировали дороги. Как рассказали сегодня в пресс-службе ведомства, выявлено 40 случаев, когда за рулем находились без прав, либо были их лишены. Еще более полусотни человек управляли автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водителям грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. На специализированную стоянку ГИБДД помещено 90 машин.